Доброго дня. Очень много вопросов по социальным отчислениям. У нас есть закон об обязательном социальном страховании. Поймите, что сам закон направлен на создание дополнительных форм социального обеспечения. Итак, есть там статья 15 «Объекты исчисления», где у нас есть пункт 2 «Для себя определяется самостоятельно для работников за исключением доходов, с которых не берут социальные отчисления». Для этого я создал вордовский файл, вы можете его скачать у меня в телеграм-канале, для того, чтобы пользоваться и не искать все законы. Отсюда я вытащил информацию на 19 ноября 2022 года.